Покажу вам, как делаю я фруктовый салат. Надо положить как минимум разных 5 фруктов. Вот я кладу малинку, вот я кладу чернику немножечко. Так, вот у меня, конечно, представляете, вчера купила клубнику, она уже почему-то за ночь потемнело, ее надо использовать срочно. Вот клубничку я кладу еще, видите, да? Дальше я кладу, конечно же, виноград. Если крупные, то я режу. Вообще, кто как любит. Кто-то, может быть, любит без проблем крупные использовать. Ну, я... Так, это у нас сколько уже? 3, это 4 у нас получается фрукта. 4. Но у меня есть еще грушу я кладу. Очень люблю грушу, даже лучше, чем яблочко я люблю. Она мягкая, очень сочная и сладкая. Режете дольками крупности, какая вам нравится больше. Так, дальше. Обязательно еще кладу арбуз. Тоже очень получается вкусно здесь во фруктовом салате. Сколько у нас получилось, друзья, уже? Я со счету сбилась. 6, да? 6. И еще у меня есть чудесные абрикоски. Я кладу абрикосок немножко. Но абрикоски, конечно, не очень. Они кислые и твердоватые. Много класть не буду. И я еще могу положить запросто кусочки апельсина или мандарина. У меня вот в данном случае мандарин. Дальше вот у меня еще есть инжир. Вот такой вот. Прямо такой, знаете, помыла его, и у него... Даже кожа слезла, какой он очень сочный. Видите, классный. Инжир. Сегодня у меня много ингредиентов, как вы видите. Не только специально для вас, а просто так получилось. Но, в общем, все, что вы хотите. Дальше я вот люблю добавлять вот такой вот изюм. Немножко изюма. Он всегда сладкий. Добавляет сладости, что, в общем-то, мне очень нравится. И дальше что я делаю? Я добавляю пудру сахарную. Вот у меня эта пудра сахарная, она так вот, знаете, комочками спрессовалась. Давно она у меня уже. И я ее использую, даже когда она такими крупными комочками, даже еще и лучше. Но кто любит кисленькое, кому... Достаточно той сладости, которая существует во фруктах уже. Можно не добавлять. Но я добавляю. Мне так больше нравится. Ну и последний штрих, конечно же, дабл крем. Двойные сливки. Замечательные. Они здесь в Англии, конечно, прекрасные. Вот я все это обильно сливками поливаю. Вуаля! Вот такая получилась красота. Беру специальную десертную ложку. Вот такая у меня тоже красивая. Старинная английская. Sheffield Silver Plate. Я это все перемешиваю. И вкусняшка наша. Фрукты. Не забудьте, друзья, как минимум 5 разных фруктов. Тогда, говорят, наиболее усвояемые будут эти витамины и наиболее вкусные. У меня в данном случае то ли 7, то ли 8. Всем приятного аппетита, друзья! Очень вкусный сделала, бесподобный опять сыр вот этот вот, который я уже делаю не первый раз. Типа адыгейского, или как он называется, сами делаете. Если хотите, ссылочка вверху на то, как делать этот сыр. И я его совершенствую, с каждым разом все лучше и лучше. Вот теперь я уже добавила туда и чесночок немножко тертый. И добавила туда, видите, кусочки укропа.
Вот, очень вкусно. И так как я его уже делаю постоянно, не первый раз, то я уже себе даже формочку вот такую специальную, видите, придумала. Вот я сделала здесь отверстие внизу. И сюда под гнет ставлю. Вот такой вот он получается. Буквально через несколько часов. Сейчас нарежу, покажу. Вот, смотрите, смотрите. Какая красота. Во-первых, такой тверденький, бесподобный. Смотрите. Вот так вот он выглядит. Его можно и тортиком, ну или обычными кусочками, как вам нравится. Мне одной рукой не очень удобно, но посмотрите. И прямо сейчас даже я попробую. Очень вкусный, ароматный, насыщенный, нежный. Приятного аппетита. Всем привет, друзья! Сегодня у нас вторник, 20 августа 2024 года. И я сегодня дома. Я сегодня вам покажу немножко моей повседневной жизни. Давно не показывала. Ну и немножко, конечно, вам расскажу, что происходит. Погода в Англии прекрасная, весь август был очень теплый, до 32 градусов, 35 даже однажды было, ну всего один день, а сегодня у нас 21, чудесная снова погода, но я что могу сказать, я всего лишь навсего за это лето именно здесь в Англии купалась на море в проливе Соланд всего два раза, вода холодная, не получалось, но вы знаете, я не очень расстраиваюсь, потому что я уже, как вы помните, в этом году была и в Испании, и была и в Египте, и на Тенерифе, и, в общем-то, где только я и не была. Поэтому в Англии меня устраивает погода плюс 20, плюс 25, как она здесь обычно бывает. Да, и еще что хочу, друзья, сказать. Снизились просмотры моих видео, я очень-очень сожалею. Я очень печалюсь по этому поводу. Я так хотела получить все-таки серебряную кнопку за 6 лет своего блогства на YouTube. Но вот у меня на сегодняшний день 98-270 тысяч подписчиков. Осталось совсем немножко до серебряной кнопки. Если, друзья, кто-то еще не подписался на мой канал и смотрит его без подписки, очень вас прошу, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Так или иначе, я свой канал оставлять не буду. Я буду продолжать. Но только сейчас, опять же, я хочу сказать, что видео мои будут немного короче, чем обычно, потому что так они легче загружаются на YouTube. В России, говорят, YouTube сейчас замедлен, поэтому вот 10-12 минут это видео у вас может загрузиться, и вы его можете посмотреть. А дальше видно будет, что и как нам судьба готовит. Ну а в следующем видео, друзья, я покажу вам, куда еще мы ездили, как я путешествовала опять через пролив. В этот раз я использовала судно на воздушной подушке Hovercraft. Вот, а потом мы ехали на автомобиле, мой друг за рулем, как обычно, и мы были в Норфолке. Я вам об этом расскажу. Это довольно далеко от Саутгемптона, порядка 200 миль, и еще там дороги постоянно очень загружены, потому что дорога проходит недалеко от Лондона. И еще я расскажу вам, кто вместе с нами в Норфолке отдыхал это время. Highcliff. Sorry, I don't understand. No, just... Highcliff it is. Highcliff, okay. Yeah. Thank you, Google. Yeah, Google is useless on that.